Ощущение крутится вокруг языка и вопросов, связанных именно с языком, его связью с мышлением. Классический представитель это Вавилон 17, сын Уделения. Не знаю, читали или нет. Углубляться я не буду, там достаточно сложная идея положена. Или вот еще Тед Чан, «История моей жизни», по нему сейчас снимают кино в Штатах, в Голливуде. Скоро оно выйдет в 16 году, посмотрите. Там главная идея, вот именно лингвистическая. То есть прилетели некие пришельцы, повесили на орбите и стали общаться с землянами. У них свой язык, причем два языка. У них письменный язык, вот у нас, это просто записанные слова звучащие. А у них свой язык, это другой язык, это система идиограмм, который свой синтаксис, который вообще нельзя читать, как вот читаем мы. И вот от этого все как бы... Но это под вид ксенофантастики, да? Возможно, я не стремлюсь как классифицировать и определить. Ответил на наш вопрос? Да.